Всем привет, это я, снова Дмитрий. Сегодня у нас на обзоре 10-рублевые монеты новых образцов. Все высыпаем. Так, а будем обзор делать, каких они городов. Так, первая монета у нас города воинской славы. В принципе, все такие. Петропавловск-Камчатский. Вот такая вот новая монета. 15-го года. Так, дальше. Великий Новгород. Монетка. Так. Ржев. 11-го года. Дальше у нас Ростов-на-Дону. 12-го года. 10 рублей. Так, у нас это что у нас? Архангельск. 10-рублевая. Так. Написано. Отечественная война 1812 года. 12 рублей. Вот такая у меня в коллекции. Так, следующая. Республика Крым. Такая вот гора. Какой-то замок. 14 года. Так. Кронштадт. Так, 50-летие первого полета человека в космос. 11-го года. Так, Ростов-на-Дону уже был. Анапа. Так. Что-то мелко написано. 1150-летие зарождения российского государственности. Нифига себе. Что-то не видел такую. Так. Великий Новгород. Опять Ржев. Герб города. Так, что у нас еще? Так, Дмитров, 10-рублевая, тоже герб города воинской славы, 12-го года. Так, Отечественная война, 12-го года это было у нас. Архангельск, это старенькая монетка, какая-то 13-го года. Так, Наро-Фоминск, такой герб. Так, еще что-то. Севастополь. Так, Великий Новгород, по-моему. Ну, это было, по-моему. Так. Старый Оскол. Герб. Тут какой-то на гербе ружье. Птичка. Такой вот. Прикольно. Так. Орел. Город Орел. Так, Вязьма. Ростов-на-Дону был. Так. Российская Федерация, Банк России. Ну, это с новым гербом. Новый герб. Тихвин город.
Так, это Сочи 2013. Вязьма. Так, 12 года было. Повторяется. Так, Псков. Монета Псков. Анапа была. Луга. Так, Владивосток. Такой вот тигр. Пятилетие первого полета человека в космос. Была уже. Великие Луки. Так, это была 2012 года. Петропавловск-Камчатский. Полярный. 10 рублей. Ростов-на-Дону. Ломоносов. Город. Так. 20-летие принятия Конституции Российской Федерации. Вот такой. Книга с гербом. 13-го года. Так, Брянск. Такая вот там пушка. 13-го года. Волоколамская тюрьма. Великие Луки. Так, что за монета у нас? Туапсе. Туапсе. 12-го года. Так, Брянск. Калач на Дону. Город такой, Калач на Дону. Интересное название. Город Курск. Так, Белгород. Волококамск. Наро-Фоминск. Так, Республика Крым. Ну, это было. Повторяются они. Все было. Великий Новгород. Он был. Так, Полярный был. Белгород. Белгород. Нальчик. Город Нальчик, 14-го года. Республика Крым, Зараза. Великий Новгород. Полярный. Брянск. Наро-Фоминск. Так. Казань, Универсиада 2013. Их, по-моему, много ходит. Выпущено экземпляров. Дмитров. Туапс. Так, Сочи было. Вот. Великая Отечественная война. Такая вот звездочка. 10-го года. Ельня. Город Ельня. Так, это было. Петропавловск-Камчатский. По-моему, был. Так, Воронеж. Блин, куда ты побежал? Воронеж вот такой вот. При...
выпали. Так, Ростов-на-Дону. Белгород. По-моему, повторяются некоторые. Туапсе было. Ну и у нас еще Везьма. А, пушка была. Это пушкой герб. Великие Луки. Так, простите. Великий Новгород был. Опять Сочи. И сколько их тут? Волоканск был. Так. Вот что-то новенькое. 70-летие разгрома советских немецких. А, советских войск и немецких фашистских войск в Сталинградской битве. Вот. Сталинградская. Вот такой выбит памятник солдатам 13-го года. Так, Воронеж. Отбил уже. Осталось чуть-чуть. Выборг. Архангельск. Ведьма был. Воцелитель Конституции Российской Федерации. Книга была. Псков был. Так. Белгород, по-моему, был. Был. Полярный был. Было. Так. Кронштадт. По-моему, не было. 10 рублей Кронштадт. Кстати, тут вот видите, выбито вот в этой части 10 рублей руб. Вот так смотрите. 10. А когда поворачиваете в другую сторону. О, видите, рублей. Сейчас руб написано. Козельск. Ростов-на-Дону. Нальчик был. Воронеж. Псков. Был. Так, ну и рублевый я сейчас вам покажу. 1 рубль. Это у нас 10 рублевки. Так. Значит, вот они рубли. Содружество независимых государств. Вот такая вот. Тут тоже выбито. Вот видите. Вот 10. Вот сейчас 10. Наклоняешь. Лет. Сейчас лет. Такой вот рубль. 2001 года. Ему 15 лет. Так, ну это обычный. А, нет, это тоже рубль. Александр Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин, 99-й год. Так, еще один Пушкин. Рубль нового образца. Новый знак рубль. Ре. Так, вот. Еще один рубль. Повторяется. Новый образец. Ну и все. Вот, значит, обзор 10-рублевых монет из моей коллекции. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.